продолжаем наш поход после Victoria's Secret. О, я здесь была уже, да? Так, а что я, наверное, туда должна пойти? Здесь что-то такое вкусненькое. Что-то здесь вкусненькое. А, это мыло, слушайте, да, душистое мыло магазин, ага. Ой, он варит мыло. Слушайте, варит мыло в этом душистом, то ли это руки там полоскать, что там, не знаю, вот такое мыло очень душистое. Ой, какое замечательное мыло. Здесь помыть можно, вот. Помыть ручки можно. Такие вот. Ой, как пахнет, боже мой, как пахнет. Презентацию, я поняла, они делают здесь. Вот там вот все это моется. Ой, как классные. Вот это вкусное такое. Какое вкусненькое, хорошее какое. Ой, классно. Я так поняла, здесь мальчики эти, трансвеститы эти. Будто что-то они все выглядят так. Ой, а вот это какая-то паста здесь. Палочкой. Вот так вот палочкой берешь и вот так вот пасту. Да, и, в общем, куски мыла можно все мыть, можно все здесь выбирать. Вот. Вот такие работники здесь. Мальчишки, девчонки, не поймешь. Что-то среднее. Ой, ну какое вкусное все вот это. Ой, какие запахи. Вот это шариками еще мыльце. Ой, какое. А, это не мыло, это как соль, наверное, для ванны. Соль для ванны. Вот это мальчик в девочку, по-моему, превратился. Ой, как пахнет все. Ой, ну это вообще. Ой, как пахнет все, боже мой. Ну вот, в Америке вот так вот все можно лапать, трогать. Не во всех магазинах, конечно, есть, конечно, частные бутики, там подходит продавец, но вообще в основном так. А, как хорошо. Классно, ладно, в следующий раз мы что-то будем тут покупать, мыло. Продвигаемся дальше.